Мишка, Бентайм, вопрос один. Скажи, пожалуйста, это дорогой вид спорта или нет? Это, ну, как тебе сказать, ну, в общем, не очень так, ну, это... Ну, я не буду говорить о ценах, это мелочи, это тлен. Ты боком повернись, рюкзачок похвастайся, какой у тебя киномор? О. Нет, рюкзачок так, не это важно в жизни, не это главное. А что? Как? Ну, заработать миллион. И как, что ты чаще делаешь? Чаще зарабатываешь миллионы или чаще ходишь по природе? Ну, это сложно. Я даже не знаю, как это. Ну, работать надо меньше.